Мэтр Голдвин Майер представляет совместно с Рефил Инкомпа Рейртердед, блядь, еб твою мать, нахуй. Всем привет, ебаные мошки мне уже заебали, а мне есть и треба. Сегодня у меня на завтрак котлеты, что-то там зима каждый день, овощные, батон сдобный, кефир брест-литовский и так само вафли. Вот. Всем приятного аппетита, кто смотрит. Батон. Мошки ебаные. На вкус овощи прям как в ресторане, помню, сидели в столовой. Очень вкусно, супер. Просто нереальный вкус, суперский. Все свежее, нежное. На свежем воздухе, круто. Сделал вчера диплом, ну, отпечатал. Осталось медкомиссию пройти, и почти все документы магистратуры готовы. Экзамен сдал на 8. Последний. ГОС 10 числа будет первый. Или у меня будет защита диплома, не ГОС, я даже не знаю. Угу. Сейчас поем, наверное, пойду. Встречу городскую студенческую поликлинику, возьму талоны, с онлайн забирать нереально. Ебать, тут мошек, пришли нахуй. Суки. Вот. Буду по пути в очереди читать Лавкрафта. Да. Во рта серебряного ключа. Ну, я начну уже с давеча. Крутая книга, суперская. Мини-обзор есть на канале. Сестру лень ехать, блин, не знаю, может же не поеду. Скажу, я куда-то переться. Хотя, наверное, скатаюсь, возьму талоны и сразу обратно, типа, в чем проблема? Есть возможность будет сегодня что-то сделать, сделаю сегодня, хотя знаю, как работает, я там, если возьму талон на сегодня, то я сейчас возьму его, допустим, я в 12 часов возьму талон, и талон будет там, это 16-17, если 5 катаюсь. Ох, не помню. Может, на завтра талоны останутся. Просто вчера я поздно приехал в поликлинику, где-то часов 7, естественно, уже не было. Нифига. Состав тут морковка, горох, кукурузка. И лук. Угу. Секунду. Позвонили мне. Я как раз за это время себе полил кефирчика. Сейчас буду докушивать.
Не хочется ехать, никакую медкомиссию это проходить, ну надо. Ну куда, блядь? Так. Сука. Включает, блядь, сына. Потом завтраские права нахуй ролик забанят. Пиздец. Камера ебаная. Шоколадные вафли. С кефиром. Да, блядь, заебали ходить уже, все. Не буду брать съемку, пошли сюда, по. А ты что сидишь? Дома сядь? Угу. Ты сказал, надолго останешься. Уже дома съел. Не, я домой не собираюсь, можете, блядь, в всей комнате. Я весь сейчас нажил пиздец. А на чипку? А? Сегодня не пойду точно, она рано. Во сколько? В 11, лучше пойду сейчас в поликлинику, этот. В 11 на чипку? И плюс сегодня. В 12. Ну да. Там позвонили, тем более Музыченко, типа, меня не будет там, я буду на конференции какой-то, поэтому будет замена. У меня в 14:00 консультация. Почему? Отлично. У меня рейсом 9:10 здесь. Нормально. Это же десятка, да? Ну, наверное, да. А что за личность? Как так все это будет? Это так получилось. Ну похуй, если попросят ответить, отвечаешь, все. Пойду таскать кровать со сачком. Всем до свидания. Пошли нахуй просто. Забанили.